Что думаете о суде над Грудининым? Кандидата от народа заставили миллиард заплатить. Ну, там, во-первых, очевидно, что Грудинину, ну, как бы за дело заставили заплатить, потому что он продал кусок своего совхоза за миллиард, который стоил миллиард рублей, да, и получил долю в торговом центре, которая стоила 26 миллионов. Куда ушли остальные, значит, денежки, я думаю, вы как бы догадываетесь, здесь несложно догадаться. Ну, по Грудинину, в общем, наверное, и по его, там, не знаю, высказываниям в ходе президентской кампании, да, даже по его внешнему виду, если честно, было понятно, что это, в общем, обыкновенный Остап Бендер и мошенник. Это было, в общем, довольно очевидно, по-моему, всем. Ну, талантливый мошенник, да, прямо скажем. То есть такой вот, такой замечательный чувак. Я недавно читал интересную историю про Гуцуриева. Гуцуриев сейчас там ведет священную войну с Форбсом, потому что Форбс написал, что у Гуцуриева долгов на 15 миллиардов. И, значит, Гуцуриев пытается его всеми силами засрать. Вот, а в свое время, в 90-е годы, Гуцуриев, когда там над ним нависла угроза уголовного преследования, купил себе мандат депутата Госдумы от ЛДПР. Причем не просто, а вице-председателя, по-моему, ну, зампредседателя, короче говоря, фракции ЛДПР в Госдуме. Ну и, соответственно, значит, лишили предыдущего чувака этого мандата. Вот. Ну и, вот, если верить той истории, про которую я читал, вот этот чувак, которого мандат отобрали, он в отместку, да, значит, когда уходил, наклал на стол, как бы, депутатский, вот, в кабинете. Вот, и мне кажется, что вот Грудинин это примерно вот из той же истории, что и Гуцуриев депутат. Вот примерно, только масштаб поменьше.